В Нарьян-Маре состоялись соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Николаевича Челенгарова. Гонки прошли на трассах в районе войсковой части. На отечественных снегоходах «Буран» участники выступали в трех категориях. Мужчины от 18 до 50 лет, мужчины старше 50 лет – ветераны, и женщины от 18 лет и старше. Всего участие в гонках приняли 55 спортсменов. В классе «Буран» среди мужчин первое место занял Алексей Попов из Макарова, второе – Михаил Кренц, третий Антон Калий. Оба гонщика из села Тельвиска. В женском заезде места распределились следующим образом. Первое место у Любови Балакшиной из Андига, второе у Дарьи Христолюбовой из Лабашского, третье у Ольги Поповой из деревни Макарова. В заезде ветеранов первым пришел Василий Рочев, вторым Василий Попов. Третью ступень пьедестала занял Валерий Христолюбов. В классе «Свободный» среди мужчин лучшим стал Алексей Стримоусов. Следом за ним финишировал Виталий Стримоусов. Замкнул тройку лидеров Владимир Пуляев. Победители и призеры соревнований получили дипломы и денежные призы, а чемпионы получили также переходящие кубки. В ходе церемонии награждения призами были отмечены все участники гонок. Генеральным партнером соревнований по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Николаевича Челенгарова «Бурандей» традиционно стала компания «Лукойл». Также в число спонсоров вошли общество группы компаний «Независимая нефтегазовая компания», «Зарубежнефть добыча Харьяга» и партнеры Харьягинского СРП, совместная компания «Русвьетпетро», нефтегазовая компания развития регионов, управляющая компания «Русхим», «Печорнефтегазпром», группа компаний «Татнефть». Более 12 миллионов рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в Ненецком автономном округе в условиях введенных в отношении России западных санкций. Источником финансирования станет резервный фонд правительства. Направление средств целевое. Выделенное региону средства, а это 10 миллионов 656 тысяч рублей, пойдут на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. Еще 2 миллиона 240 тысяч рублей межбюджетных трансфертов получит округ на то, чтобы сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогли пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. В настоящее время ведомство ведет работу с Министерством труда Российской Федерации по принятию необходимых нормативных актов внутри субъекта и заключению соглашений. Распоряжение о распределении средств субъектам Российской Федерации подписал 18 марта председатель правительства Михаил Мишустин. Накануне на заседании правительства премьер-министр сказал, что это лишь часть мер, которые правительство готовит по поддержке занятости. В преддверии отпускного сезона глава региона поручил Департаменту строительства, транспорта и энергетики проанализировать уровень повышения стоимости авиабилетов на рейсы, выполняемые из Нарьян-Мара и обратно. Как сообщили в профильном ведомстве, увеличение стоимости авиабилетов обосновано. Оно произошло за счет увеличения цен на топливо и запчасти к самолетам. Что касается субсидируемых рейсов авиакомпании «Руслайн», утвержденных Росавиацией, таких как Нарьян-Мар-Санкт-Петербург, Нарьян-Мар-Киров, Нарьян-Мар-Сыктывкар и других, которым в летний период добавятся рейсы в Сочи и Симферополь, то стоимость билетов на них не повысится. Что касается субсидируемых билетов в Архангельск, то квоту увеличат до 15 мест на каждый рейс и расширят категории людей, которые могут купить эти билеты. В настоящее время льготы распространяются на детей, студентов и пенсионеров. С 1 мая к ним добавятся многодетные семьи, а также инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды и сопровождающие их лица. Цена льготного билета до Архангельска 5000 рублей. Рейс субсидируется из окружного бюджета. Также губернатор поручил в кратчайшие сроки проработать вопрос об увеличении аванса на льготную дорогу к месту отдыха. Теперь эта сумма будет равняться 35 тысячам рублей. Ранее авансирование проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно составляло 25 тысяч рублей на одного человека. Размер стоимости льготной дороги останется прежним – 45 тысяч рублей на каждого члена семьи. По возвращению из отпуска также надо будет предоставить все документы, подтверждающие расходы на проезд и провоз багажа к месту отпуска и обратно. Дают
В Ненецком округе подвели итоги просветительской диагностической акции по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний «Рак боится смелых». Она прошла в Нарьян-Маре с 16 по 18 марта. В течение трех дней в регионе работала большая делегация врачей из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. В состав делегации вошли онкомамологи, онкоурологи, онкопроктологи, онкогинекологи, общие онкологи, онкодерматологи, онкоцитологи, эндоскописты и детские онкологи. В ходе работы в Ненецком автономном округе специалисты из Москвы провели комплексное обследование жителей округа на наличие онкологических заболеваний и поделились профессиональным опытом с окружными врачами. Главным итогом акции стало проведение операции на базе Ненецкой окружной больницы пациенту с раком желудка. Операцию провел старший научный сотрудник трактального отделения центра, кандидат медицинских наук Омар Абу-Хайдар. На операции присутствовал также директор онкоцентра, академик РАН, профессор Иван Стилиди. В ходе акции «Рак боится смелых» врачи-онкологи обследовали порядка 250 пациентов и выполнили более 550 видов различных исследований, по результатам которых у 21 пациента выявили подозрение на злокачественное новообразование. Порядка у 10 пациентов злокачественные опухоли были подтверждены. Часть пациентов направили на дообследование для подтверждения диагноза. С 21 по 24 марта в столице Ненецкого автономного округа прошел учебно-консультационный семинар с участием глав муниципальных образований. Ежегодно дискуссионная площадка объединяет представителей всех ветвей власти и руководителей сельских поселений для обсуждения и решения актуальных для отдаленных населенных пунктов округа вопросов. Учебно-консультационный семинар для глав муниципальных образований Ненецкого автономного округа проводится ежегодно Департаментом внутренней политики. Его главная цель – повышение эффективности управления муниципалитетами, оказание главам муниципальных образований консультативной и методической помощи. В Ненецком округе откроют детскую школу по мотоспорту. Об этом губернатор округа сообщил на прошедших соревнованиях по снегоходному кроссу. На Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Николаевича Челингарова «Бурандей». Поводом для появления такой инициативы послужила богатая история соревнований по кроссу на снегоходах, сложившаяся за четверть века. В них принимают участие целые семейные династии. На победителей смотрят дети и тоже хотят заниматься мотоспортом. Для детской мотошколы, безусловно, потребуется соответствующая техника. Ведь ребенка не посадишь на снегоход для взрослых. Технику для детей заказали. К проекту уже подключились сами гонщики. На данный момент заканчивается бумажная работа. Документы направляются в Министерство юстиции для регистрации клуба. В планах на ближайший год выйти на спонсоров, организовать поездки для ребят на этапы чемпионатов России в 2023 году.